Если была бы в мире сила, которая вернула бы всех связанных с золотом территории, погибших в маршрутах, затерявшихся на материке, все они повторили бы эти годы. Не во имя денег, так как они знали, что такое деньги во время работы на территории. Даже не во имя долга, так как настоящий долг сидит в сущности человека, а не в словесных формулировках. Не ради славы, а ради того непознанного, во имя чего начинается и проходит индивидуальная жизнь человека. Года добыча золота на реке резко сократилась. В 1958 году мы снизили добычу на 500 килограмм, а в прошлом году мы потеряли 1,5 тонны золота. Новых месторождений не открыто, прирост золотых запасов незначителен. И если так дело пойдет, то полетят головы, в первую очередь моя, вас всех ждет унылая, безрадостная пенсия. Есть план сократить все расходы, кроме расходов на золото. Например, территория, товарищ Ченков. Скажите, зачем нам олово территории? На всякий случай. Кстати, о поисках золота будет писать товарищ Сергушева, журналист из Ленинграда. Вот. На чем я остановился? Зачем нам олово территории? Действительно, зачем нам олово территории? Предлагается закрыть там геологическое управление. На Будду мне наплевать. Территория лишь одно из 7 управлений. Прикрыть его можно. Тем более это головоносная провинция. А никто и не верит здесь в золото территории. А, верить или не верить можно в идеи. А золото это вещь вполне материальная. Можно знать о существовании золота, можно не знать. Но мы, к сожалению, ни черта не знаем о том, есть ли золото на территории или его там нет. Дальше Ченков не слушал. Ему вспомнился запах кедрового стланника, дым забытых костров и победная уверенность счастья. Они считают, что конец Ченкову, а он даже еще не начинал. Пора. Настало время. Территорию я вам не отдам. Илья Николаевич, я хочу писать о золоте территории. Я рад, но вы же только что слышали, что его нет и быть не может. Я буду писать о золоте территории. Thank you.
Вот такой выдалось лето в этом году. Ну, на юге в горах уже лиственница распустилась. Генрих Фурдецкий был назначен начальником управления территорией всего месяц назад. В верхах Северстроя считали, что если Фурдецкий – ничтожество, то при Ченкове управление поселка все же не захереет. А если он – личность, то полезно его иметь в качестве противовеса Ченкову. Слушаю вас, Илья Николаевич. Я остаюсь. Вам ведь уже позвонили, да? Так вот, я остаюсь в управлении. Значит, нам вместе работать. Я всегда рад. Если будете мне мешать, я вас уничтожу. В ваших интересах перейти в мою команду. Что вы хотите? Очень немного. Не играть за моей спиной. Все сообщения в город по взаимной договоренности. Ну, мне выполнение производственных задач, вам их обеспечение. Ну, плюс хозяйственная часть, жилье, снабжение. В общем, все в точности по уставу. Советую не думать, а согласиться. Гармедер. В чем заключается это явление? Зашла в общежитие. Мальчики 2 месяца в тундре, лед по углам до сих пор не растаял. Не мальчики, а геологи. Ну, а быть это забота начальника управления Фурдецкого? Конечно. У вас-то великие заботы. Проект. Лауреаты банкет. Наступит осень, вернутся мальчики. Выберу я себя в председателя профсоюза и объявлю я вам падишахом войну. Думала, старая дура удивляться уж перестала. Скажите, Куценко, завтра выходим к Монголову. Обрадуется вам там. Илья Николаевич Ченков, по прозвищу Будда, молодым инженером попал на реку. Именно там Ченков создал основу грядущей легенды, где беспощадность к себе и другим была помножена на удачу. Его экспедиция открыла одну из крупнейших золотых россыпей страны. Но полгода назад он неожиданно подал руководству Северстроя рапорт. Ченков просил перевести его в заштатное геологическое управление территории на берегу Ледовитого океана. Товарищ начальник! Ну что у вас? Да нет в этом шурфе ничего. Окромя моей зарплаты. Сколько прошли? До 8 метра дошли. Малыш пробу моет. С утра моет. Товарищ Монголов, в базе топают 2 посторонних, крут нахально, а в рюкзаках у них спирт? Не вижу. Товарищ начальник, ну выйду ж по кружечке, выпью и станцую. Индийский танец под названием Ганга. Как дела, малыш?
Все отмытые пробы доставь на базу к 12. Нормально, вот начальник. Пробы будут как штык. Владимир Михайлович! Я все принесу! Здравствуй, Илья Николаевич. Здравствуй, Владимир Николаевич. Знакомься, Клим Алексеевич Куценко, лучший промывальщик Северстроя. Сообрази-ка, Алексеевич, нам чайку и уху. Владимир Михайлович, скажи честно, ты бы мог поверить в промышленное золото территории? Промышленное золото здесь я не верю. Треп и пошлый ажиотаж. Обед! Товарищи геологи, добро пожаловать на обед! А штаны не надо носить, да? Ты уж извини, бутылка всего одна, так что надеюсь на твою глубокую алкогольную порядочность. Эй, Саня! В эту вашу дверь! Шлихи несут. Гляну. Ну что, Владимир Михайлович, не считаешь ли ты нужным провести шурфовку вверху? Проверить на золото, подсечь оба притока. Не считаю. У партии есть утвержденный проект на олово. Здесь нет золота. Здешние золотые знаки можно намыть в Подмосковье. У нас оловоносная провинция. А золото и олово несовместимы, это знает даже студент. Но я все-таки не студент. Я Чунков. Лоток краженый зря используют. Он пробу держит хуже. Да, точно, крашеный. А как вы... И когда доводишь, углом не надо сливать. По плоскости и кружить. Точно, а я углом сливаю. Мне так нравится. Залетинок-то нет. А чудится мне, должны быть залетинки в этих грунтах. Три года назад мой давний друг Миша Катинский управлял партией на соседней реке. Тундровый черт подбросил ему в трех шурфах пробы с весовым золотом. Катинский написал докладную о переориентации своей партии на золото. После этого ни в одной пробе золота он не нашел. Его затравили потом. Вкусно. Так где твои люди? Баклаков должен сегодня вернуться. А группа прораба Салахова отправилась в многодневный маршрут.
Кстати, обратно сплавляться они будут через район Катинского, если тебя это интересует. Я просто должен понять, где пропадает кассетерит. Восточнее нас бассейн реки Ватап. О нем мы ничего не знаем. В этой связи не хочешь ли шагнуть за реку Ватап? Ну, допустим, дней на 20 отправить он на разведку своего Баклакова. На переправу нужны лодки. И в маршрут должна пойти группа. Да, а жил я тогда хорошо. При автомате, пограничники дали. И при лошади по имени Галя. Лошадь хорошая. Только стирать не умеет. Я? Что бы вы думали об одиночном маршруте дней на 15-20? Можно сделать. Нормально. Нормально его сделать невозможно. Маршрут по гранитным массивам. Придется брать много образцов. К реке Ватап и далее в Кетунское Нагорье. Километров 500-600. Сделаю. А как думаете переправляться через реку Ватап? Не знаю, посмотреть на нее надо. Да-да, судя по всему, этот маршрут то, что вам нужно. Идите спать. Мы с товарищем Монголовым примем решение. Я согласен с вашим решением отправить Баклакова в многодневную рекогносцировку. Правильное решение. Серег, принеси карту Дамера. Во вьючном ящике. Под столом. Красная! Почему этот цирк? Боялся, что ты будешь возражать. Вот решил поставить тебя перед фактом. Ты мог просто распорядиться приказом. Ну, тогда бы я взял на себя ответственность. А управление, сейчас знаешь, не нужны ЧП, связанные с моей фамилией. Боишься? Ответственность? Бог с тобой, Владимир Михайлович. Оглянись, вокруг нас Северстрой. И таких, как я, здесь не судят. Я Будда. Зачем тебе этот маршрут, Илья? Держи. Откуда? Намыл в верховьях твоей реки. У Кусенко редчайший нюх.
Такое ощущение, Владимир Михайлович, что в твоих шурфах должно быть весовое золото. За своих промывальщиков я ручаюсь. Проверяй твое право. Салахов отработал у Катинского 2 сезона. Именно Катинский сделал его промывальщиком. 3 года назад в этом месте Салахов намыл знаменитые пробы. Золотые самородки Катинского. Эти самородки сломали Катинскому судьбу. Салахов чувствовал себя виноватым. Чё, на заржавевшем месте-то стоим? Пусто ведь. Это последние пробы. Закончишь и будем уходить. Потерпи, бог огня. А чё, я терплю. Простудился я маленько. Прости. Я это место давно приметил, еще когда на базу шли. Это моя личная просьба, Клим Алексеевич. Понимаю. До последней воды, до упора. Потом выходи на базу Монголова, там тебя будут ждать. Забирать тебя сам приеду. Только не говори об этом никому. Сердце ровно отстукивало свои 60 ударов в минуту. Кровь ровно и мощно бежала по жилам.
Вокруг него уже создался тот особый уют, который везде сопровождает бродячего человека. Прекрасна страна из разноцветной тундры, темных гор и блеклого неба. Прекрасно одиночество рекогносцировщика среди неизученных гор и долин. Прекрасно, что ты никогда не умрешь. А в том, что он бессмертен, Баклаков ни на минуту не сомневался. Нет никаких пределов и нет никаких границ. Идет нормальная, вечная жизнь. Впервые в жизни Куценко выполнял не приказ, а личную просьбу Ченкова. Поэтому себя не жалел. Судьба свела его с Ченковым в послевоенные годы. 3 года Ченков беспощадно тренировал его. Заставлял еще до промывки угадывать, есть или нет золото в данном месте. Но Куценко и сам вошел во вкус игры. С Росси сладко. И снились ему отвалы, косы, отмели и сланцевые щетки. Его звезда взошла, когда он делал контрольный маршрут по ручью Надежды. Ручей этот другие промывальщики объявили пустым. Куценко провозился на ручье вдвое больше положенного и намыл золото. С легкой руки Ченкова тогда он и стал Климом Алексеевичем. Сейчас бы еще кружку спирта и кусок оленины. Я из-за этого спирта себя погубил. Теперь живу на зароке. Лечился? Не, сам. Как баба умерла, так и закончил. Не запьешь? Не. Детей надо выводить. 2 у меня. Мишка, да Тоська. Из детдома я их уже вывел. Живут у сестры. Все деньги им отправляю. Пишут. Папочка, приезжай. Прав Илья Николаевич. Страна великих возможностей. Thank you.
Я вам не отдам. Бога огня мучило несовершенство собственной жизни. Не было у него сына Мишки и дочери Тоськи, и женат Бог огня никогда не был. Но мечта о жизни, как у всех нормальных людей, была столь большой, что он путал ее с действительностью. Почему так много людей, которые хотели жить, а не сумели? С неба скатила звезда, как будто слеза с лица. И к детям твоим пришла беда большая. За долгие годы жизни мимо Кьяи прошло много людей. Ему нравилось думать о них, о сказанных ими словах. От одних людей пахло потом. Даже мысли их, казалось, Кьяи пахли работой. Он уважал их.
от других пахло деньгами. Их Кей жалел. Он сердился, когда о жизни говорили, хорошая или плохая. Просто она бывает разной. Смешно думать, что деньги могут улучшить ее. Память Кьяи хранила запахи трав, льда, весеннего снега, полет заиндевевшего от мороза ворона и его хриплый крик над снегами, падение сбитого выстрелом волка, вкус оленьего мяса. И еще память Кьяи ежедневно и ежечасно хранила грустное признание неизбежной смены снегов, дождей и человеческих жизней. Больше всего Кьяи поражала именно неотвратимость замены. Остановить ее невозможно. Как пробы? Главный инженер был у нас. Показал золото, что они намыли в верховьях нашей реки. У Катинского было такое же. Мы 5 дней мыли на старой базе Катинского. Ничего, ни золота, ни олова. Ченков уверен, что у нас должно быть весовое золото. В чем дело? В чем дело? Говорите прямо. В тот день, когда Ченков пришел, в 7-й пробе 3 пластинки золота вылезли. Честно, я не знаю, как это золото в карман сунул. Мысль. Положу в письмо и отправлю Соне. А Соне мы еще вместе в школе учились. Я тогда в цирковое поступил, думал, впечатлю ее. Она мне, ты бы еще в официанты пошел. Ей герои Джека Лондона нравились. Поэтому я и здесь. Я сразу ей письмо о золоте. А то, что сладком работаю. Вот тут она мне длинные писать стала. Как назло, это золото в карман сунул прямо перед тем, как вы пришли. А возвращать обратно было уже поздно. В общем, Седой меня сволочью обозвал. Из-за вас. А пластинки в реку швырнул. Стыдно. Купчишки. Самородки они в реку кидают. Сукины дети. Ваше ли это золото? Это золото государства. Преступники. Я готов понести наказание. Чего? Под суд идти? Жизнь себе поломать? Ладно. Про это знаем только мы. Не надо соучастия, Владимир Михайлович. Ведь это получается соучастие в преступлении. Пошел вон. Работу искупите.
Тамара, ты слышала выстрел? Не знаю. Наверное, этот выстрел пришел из-за дальних холмов времени. А прозвучал он много лет назад. А теперь вернулся. Или пришел из будущего. Наверное, так. На следующее утро Монголов ушел в низовье Ильгая. Это было подтверждением известного всем поисковикам тезиса. Когда район пуст, приходится работать втрое больше, чтобы доказать, что он именно пуст. Сопку из киновари он обнаружил случайно. О киновари никто на территории не думал и не ждал ее. Монголов открыл месторождение ртути мирового значения. Сирина Нархарана. Тус посирина Солана. Айлеры ты там агон харгы. Кто-то живой. Геолог. Заболел. Геолог? Хорошо. Я пастух. Знаю, что ты заболел. Слышал выстрел. Смотрю, палатка. Человек утром не выходит, вечером не выходит. Ясно, заболел. Далеко до стада. Тебе идти полтора часа. Пожалуй, тебе надо идти. Один будешь, помрешь. Точно помрешь. Меня зовут Кияи. Ну шо, хозяин? Али образов не держим. Перекреститься с дороги не на что. Фух, притомился. А не принять ли мне ванну? От кофе и сигары я бы тоже не отказался. Что скажешь, Апрятин? И хорошо бы узнать, с кем спит в данный момент Жанна Базе. И что слышно о летающих блюдечках? Вот здесь. Скелет человека. И вот это.
Думаю, вторая экспедиция – «Союз золота». Не забудь радиограмму дать. Думаешь, надо милицию вызывать? Обязаны. Хотя я и сам совершил бы обряд. Могила неизвестного страдальца. Загадка тундры. Из глины вышли, в глины войдем. Таков печальный итог. Тамара сидела обнаженной, по старому обычаю женщин их племени. Обнаженное тело было обычным в их образе жизни. Это было рационально, полезно для здоровья. Кьяе нравилось, что внучка соблюдает древние обычаи и дает дышать телу. Ешь, ешь, утром ешь, днем ешь, вечером, ночью ешь. Как почувствуешь силу, иди. Внучка моя тебя до тропы довезет. Олень ходит, медведь ходит, елок пройдет. Начальник дальней рекогносцировочной партии Жора Опрятин на людях старался держать созданный воображением идеальный образ. Немногословный, всегда с оружием. Жора Опрятин – полярный волк. Природа действительно лепила Жору по образу викинга. Но где-то на полдороге отвлеклась. И остальное завершил дед, известный географ, исследователь Центральной Азии. Докладывайте, Опрятин. Скелет обнаружен Гурина. Это 16... вы доложите майору. Докладывайте о результатах. Каких результатах? Вертолет туда сможет долететь? А? А, везде заправки исключено. Пешком? Двое суток. Майор, вы приняли решение? Пусть захоронят. Составят акт. Дело ясное. Да, и прошу вас, проверьте, как хранятся взрывчатые вещества на базе.
Что вы скажете о золотоносности вашего района? Ну, Таянович выбрал наш район чем-то вроде меня печки. Меня не интересует, что замышлял Таянович. Здесь не полигон для научных изысков. Слушайте приказ опрятен. К осени вы дадите мне полный отчет о золотоносности вашего района. В партии существует утвержденный проект. Мне наплевать на проект. Я его закрываю. А о чем мы спорим? Мы ведем работу в основном в горной части. Надо спуститься в тундру, прошлиховать верховья основных водотоков. Шлихи мыть быстро на тяжелую фракцию. Канавные работы прекратить, канавщиков перевести на шлифовку. 2-3 обзорных линии главных ручьев. И не о чем спорить. Разумно. Прошу вас никогда не кричать на меня. Во-вторых, прошу дать точные указания по поиску золота. И еще прошу дать письменные указания об отмене проекта. Без этого я не смогу изменить план работ. Инженер-геолог не просто инженер. У него должен быть кодекс чести. Ваш коллега погиб во время поиска золота территории. Результаты работ неизвестны. И для того, чтобы выполнить элементарный товарищеский долг, вы требуете бумажку? Демагогия. Демагогией занимаетесь вы. Приказ вам известен. Как его выполнить, вам расскажет Гурин. А вашему деду должно быть стыдно за вас, Опрятин. Красиво он тебя обыграл, Георгий. Вот это босс. Есть ум, есть цель. И абсолютно нет предрассудков, именуемых этикой. Плохой человек. Тебя высекли, прими это как мужчина. И запомни, пижоны познаются в эндшпиле, а страдальцы того и сохраним. Крест или столбик прикажете поставить? Решай сам. Циник-то, Андрей, противно. Я не циник. Я единичный философ. Управление территорией было знаменито одним. Геологи его считали старообрядцами геологии. Ноги – средства передвижения. Геологический молоток – метод познания. Все остальное – от лукавого. Здесь свято чтили принципы Северстроя, главным среди которых был принцип, задолго до Северстроя сформулированный Джозефом Конрадом. Звучал он краткой святой заповедью. Делай или умри. Половина из них имеет на руках 2-3 дефицитные профессии. Половина – ювелиры в своем деле. Когда трезвы. Бери тех, что даю. И главное, не было еще случая, когда палкой можно было заставить человека быть человеком. Материалы сдал, в журнале отметился. Поселяй где-нибудь. Мурда стряпок, Серега.
25-й барак через неделю. Еще не совсем готов. Да ничего, на стройке поживу. Выписывай направление, пока вещи возьму. Поехали ко мне на прииск, инженер. Жилье дам. Оклад дам. Бабу выпишешь. Небось, голые снятся. Много дорог ведет в столицу Советской Литвы и тянется из города в его окрестности. С востока и с запада, с севера и с юга везде мы видим характерный для окрестностей Вильнюса пейзаж. И всегда, спускаясь в долину с гор, опоясывающих Вильнюс, мы восторгаемся прекрасным городом и его окрестностями. Начальник, бить шурфы осенью, когда мерзлота плывет. Тебя бы сунуть в эту глину и подержать денек в раскисшей дыре. Феникс, только плебеи считают за счастье лежать вверх с задницей и ничего не делать. А разве я не плебей? Плебеи есть. Ты работаешь в Арктике. В Арктике нет плебеев. А шурфы, по-вашему, кто долбает? Князья, что ли, на канавах корячатся? Не, начальник, мы идиотских приказов не понимаем. Завтра последний день работаем в окрестностях Вильнюса. Хватит. Считай, что это ультиматум. Заканчиваю ужин. Отбой. Да? В чем дело? Что нужно? Ну, так как мы единственные жильцы этого недостроенного дома, я бы хотел... Это вы компот выбрасывали? Нужна была банка. Я чай в банке завариваю, вкус другой. А вы кто? Сергей Баклаков, геолог. Сегодня с поля вернулся. Ко мне каждый вечер ломятся какие-то типы с коньяком. Сильно ломиться не будут. Оборонимся. Я голодная, как бездомная кошка. Или как собака. Как бездомная кошка-собака. А зовут-то вас как? Зовут-то? Многоуважаемая товарищ Сергушова. Вот кто я такая. Дуйте за компотом. Мурак, ты ли залазь и закрывай уже, а? Васильчиков Константин Сергеевич, испытатель танков. В прошлом. Щенков Илья Николаевич, золотоискатель.
Ну чего? Тоже тебе там тошно стало, да? Не-не. Фашистов Австрию освободили. Я там год служил в специальной группе. Технологии собирали. Хозяйка квартиры фрау Луиза. Она мне каждое утро в комнату кофейник приносила. Ну и сливки в отдельной посуде. Между прочим, настоящий китайский фарфор. Ну, баба не есть, баба. Хороший кофе варит, Веня. Да. Сыну сегодня исполнилось бы 20. Война началась, а я здесь вот золото искал. Не смог к нему в Ленинград вернуться. Изгиб жизни. Ну, тут разве угадаешь? Где у них в жизни-то скрытая трещина? Маленько нагрузи и все. Тяжелым басом гремит фугас, ударил фонтан огня. А вот Кеннеди пустился в пляс. Какое мне тело... Жарить нужно без масла. Ни в коем случае не закрывать крышкой и снимать сразу, как оленина побелеет. Как у вас лобку получается? А я вот ничего не умею. Это называется пастеризованная оленина. Геолог вообще профессия кухонная. Ну и что вы на меня так уставились? Ну, есть хочу. Неудобно разглядывать человека, когда он ест. Первый раз себя кормильцем вижу. Приятно так, когда по-простому я себя с людьми хорошо чувствую. Ну, расскажите лучше про героическое. Приходилось вам стоять возле кочки или речки и вдохновенно мечтать, здесь будет город? Что, я император, что ли? Наш брат в лучшем случае может мечтать так. Здесь поставят 3 буровых, 10 палаток и 50 ребят. Добрый вечер. Ты чего такой напружиненный? Орден принес или постановление в 24 часа? Летишь? Да. Попробуй быстро оформить отпуск и все остальное. Зайди утром. Учти набираться, мы же не 5. До свидания. Люди Жоры Опрятина плыли вниз полосиной в резиновых лодках. Поздней зимой, в преддверии весны, когда все неровности рельефа тундры задуты снегом и зацементированы морозами, партия забрасывается в горы на самолетах. Осенью, когда сесть самолету на камне невозможно, остается только 2 выхода. Партии либо вывозятся тракторными поездами, если это возможно, либо они выходят пешком до рек и сплавляются к океану, где их подбирают любыми доступными водными средствами. Последний вариант самый опасный. Много геологов трагически погибло, так завершая сезон.
Закончив промывку, Куценко пошел к базе Монголова. Если Илья Николаевич сказал, что его будут ждать, значит, его там ждут. Резко ударили морозы за 30. Реки встали в одну ночь. Жору Опрятина мучили простуда и сознание, что работа сделана плохо. Образцовые съемки красивого планшета не получилось. Идиотский приказ Ченкова выполнен, но ничего не обнаружено. Жора знал, что Северстрой не признает объективных трудностей. Следовательно, ему отвечать за прорехи на карте. Проект партии практически сорван. И нет ничего взамен. И бедолама! Начальство идет! Я Оловянчик. Всю жизнь занимаюсь кассетеритом. С прииском вопрос согласован. Ну, этого не будет, Владимир Михайлович. Ни отпуска, ни прииска. Вы нужны здесь. Я предлагаю вам возглавить разведку на рассыпное золото. Это несерьезно, Илья Николаевич. Я не буду. Не буду участвовать в этой авантюре. Ну, а если приказ? Впервые в жизни ответить на приказ с медицинской справкой. Не заставляйте меня этого делать. Сердце что-то болит. На днях в Москву улетаю. Схожу к врачам. И прошу не подавать рапорт Фрудецкому до моего возвращения. Закинуть спасибо. Хорошо, я дождусь вашего возвращения. Владимир Семенович, спасибо. Опрятен. Он выполнял элементарный товарищеский долг, хоронил останки геолога, а потом одиночным маршрутом двигался к океану на мыс Китобоев, где всех должны были подобрать эскимосские лодки. Здравствуйте, люди! Вся партия в сборе. Кончен маршрут без единого трупа. Ну а кто сказал, что не могем-то? Могем! Ей-богу, могем! Обмоем конец сезона! Мы за тебя хоть воду! Выпей с нами, доктор. Ты сильная личность. И Ченков твой сильная личность. Но куда вы без нас, работяг? С твоего позволения, начальник, я потом. В одиночестве. Я как-то в Средней Азии карабкался 3 дня на один перевал, почти недоступный, чтобы выпить там 50 грамм коньяку, посмотреть сверху на мир и подумать о бренности бытия. Зачем я это делал? Ответ прост. Заблуждение веков. Желание во что бы то ни стало доказать свою самобытность. Я же не такой, как все.
погибнешь. Это о чем? Так, печать у тебя на лице. Ерунда. Главное держать дистанцию. Соблюдай правила судоходства в оживленных местах. В этом секрет. Лодки идут. Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазах. По неписанному закону Северстроя геологу, вернувшемуся с поля, полагалось 3 вольных дня на баню. По тому же неписанному закону на 4-й день полагалось перейти в управление ровно в 9 утра побритым, да, прилично одетым и совершенно трезвым. Здравствуй, женщина. Хорошо. Вы здесь будете жить? А Баклаков? А, Баклаков. Баклаков. Сейчас он отбыл свое родовое поместье в деревню. Он ваш друг? У меня нет друзей. У меня только приятели, как у всех в наше время. А с Баклаком мы прожили всю прошлую зиму. С ним удобно. Простая душа. Занят своей мускулатурой и геологией. О прекрасном не говорит. Про женщин тоже. Да, он очень хороший. Он очаровательный. Простой советский фанатик. А вы? А я предпоследний авантюрист. Почему предпоследний? Будет обидно, если я последний. Коньяк? Коньяк. Коньяк нужно пить из позолоченной посуды. И только так он дает цвет. Откуда такой коньяк? Знакомые присылают. Книги, напитки, пластинки. Заботятся, чтобы я не отстал от века. Курю только сигары, как Черчилль. Хочу дожить до глубокой старости, посмотреть, чем все это закончится. Что именно? Уж извините, что так похоже на интервью. Что именно? Журналист? Уважаю. Что закончится? Всеобщее забалдение. Квартиры, тряпки, машины. Приобретатели захватывают мир. Давайте выпьем за вашу карьеру. Давайте. А хотите, составлю матрицу любой корреспонденции на местную тему? Так. Дорбаса, пурга, энтузиазм, снежные просторы, молодой задор, старый кочевник. Тю-тю-тю-тю. Это уже моя профессия. Уважаю. Работу уважаю. И мой сосед и коллега Баклаков уважает работу. Мы тут все уважаем работу. Уф, эки вы. Я не эки. Я отдельный. Странник, вот кто я. И как вам удается быть странником? Я кандидат наук. Знаю профессию на уровне среднего доктора.
Знаю два языка. С таким багажом я желанный гость везде. Надоест здесь, найду точку на карте и двину туда. Переезды позволяют не иметь вещей. Так удобнее. И не пусто вам? Мне грустно. Раньше мир захватывали Чингисханы, Тамерланы, Македонские. Круги мироздания снова замкнулись. Теперь его плотно и неумолимо захватывают приобретатели. Они везде. От озера Титикака до Можайска. Самое беспощадное завоевание. Поэтому я обожаю авантюристов. Приобретатели поставили их вне закона. Вот я и приспосабливаюсь. Хочу отстоять свое «я» среди общего забалдения. Ничего не хочу иметь, кроме себя. Потрясающий парень. Потрясающие парни сидят в кафе и тянут портвейн через соломинку, изображая прожигателей жизни. Я все-таки предпоследний авантюрист. Но работаю не хуже этих полярных суперменов. Хотите на них посмотреть? Хочу. А как? Вечер полевиков. Герои тундры за бутылкой вина. Непосвященные не допускаются. Клад для журналистов. Вы что же меня приглашаете? Вас? На вечер полевиков? Je suis un homme dur, mais accessible. Вот это потёртит. Знаешь, Иван Егорович, это месторождение мирового значения. Монголов утверждает, что сопка почти целиком состоит из кимоли. Тонну привезли. Просто прошлись, подняли и привезли. Ты из-за этого в Москву прилетел? Рабыкин уж дважды звонил. Значит, не веришь, да? Что это? А ты посмотри. Это золото, которого нет. Лобком, что ли, намыли? Крупная фракция. Что тебе надо, Илья? Деньги. Большие. И еще раз деньги. Ты тайн проедил? Да. Золото добыл тоже тайно. Тут не азбука, не как на реке. Тут ныряющая россыпь, и без крупной разведки ее не найти. С деньгами, Егорыч, мы дадим новое месторождение. Еще одного лауреата захотел. Еще одного лауреата, конечно, неплохо.
Но хотелось бы, знаешь, Вань, вот так перед смертью, когда третий инфаркт хватит, сказать самому себе, что не стыдно за свою жизнь, и к чему был предназначен, все выполнил, ну или, по крайней мере, постарался это сделать. Да? Что-то графин достал. Просто так или... Куда запропастился Ченков? Вторые сутки не могу вызвать его на связь. Прием. Полученные вездеходы полностью зарекомендовали себя в условиях полярного бездорожья. Полярники передают вам спасибо, товарищ Рабыкин. Прием. Где Ченков? Прием. Вылетел в больницу из-за плохого состояния сердца. Все полевые партии благополучно вернулись. Товарищ Рабыкин, прием. Вы что, Фурдецкий, автономию там развели? Прием. Да какая может быть автономия, товарищ Рабыкин? Предварительный отчет посылаю через неделю лично вам. Прием. Желаю коллективу управления успехов. Отбой. Баклаков опоздал. Отец умер за 3 дня до его приезда. Все добротные отцовские вещи раздал. Себе он оставил большой альбом с семейными фотографиями. Сейчас Баклаков с неопровержимой ясностью понимал, что отныне единственное, что у него есть, это комната на берегу Ледовитого океана, а его дом – территория. Ладно, пока. Почитай старика Рамберга. Тебе будет полезно. Андрей, давай поговорим. Проблемы с отчетом? Ну, почти. Ну, логика проста. Положение твое не печально, а скорее радостно. Ибо ты имеешь право писать нестандартный отчет. Буду серьезен. Ты читал отчеты классиков? Мушкетова, Обручева, Богдановича? Нет? А чему ты учился 6 лет? Классики писали геологические романы. Они писали эссе с частными вариациями своих гипотез. Но не ленились описать пейзаж так, что ты проникался атмосферой, их образом мысли. Ладно, как быть с главой полезной ископаемой? Вот чего в тебе не отнять, это упрямство. Я тебе предлагаю написать геологический очерк. Вольная игра ума. С личной концепцией устройства земного шара в нашем районе. И тогда полезные ископаемые сами встанут на свои места. Ты постарайся понять, зачем Будда рвется к золоту. И учти, Будда шагу не сделает зря. Он единственный умный человек среди вас, суперменов. Перестань сдираться. Ну, если я увижу священный огонь, мысли в твоих глазах, петрографию беру на себя. Согласен. Да, кстати, я проспорил нашей приятельнице дюжину шампанского, так что соизволь вечером к ней заглянуть. Да нет, я буду работать. Ну, как знаешь. Ну, может быть, после 9 загляну. Thank you.
Всю праздничную неделю Баклаков провел в управлении, работая над отчетом. На плоском цветном листе бумаги существовал четырехмерный мир во взаимосвязи перемещений земных пластов, дробящих его трещин, взрывы глубинных магм, буйное сумасшествие вулканических извержений. Фиолетовое поле Триаса, предположительно палеозойский массив на востоке. На юге зеленая в галочках полоса эффузивов Китунгского Нагорья. Он должен представить себе историю. Разломы. Почему-то мысль его все время возвращалась к разломам. По ним проходят перевалы в хребтах. К ним приурочены речные долины, сбросовые обрывы хребтов. По ним проникает магма, они формируют рельеф. Зачем ему разломы? И вдруг он подумал, что нет смысла тонуть ему сейчас в море фактов. Нельзя сейчас прятаться за мелочи. Сила пророков в их моральной уверенности. Он должен дать основу. Детали будут потом. Золото есть хотя бы потому, что повсюду прут знаки. Это факт. Оно принесено гранитами. Это тоже факт. Ни в одном из гранитных массивов никто не видел рудного золота. Это третий факт. Баклаков взял лист бумаги, ручку, и вдруг вместо задуманного списка вопросов начал писать письмо. Он писал дурашливое письмо про знакомого бича, который по пьянке прикуривал лупы от северного сияния, про таракана Сиому, который живет в щели над его койкой. Когда он писал письмо, то совершенно ясно понял, что есть особый тип гранитов, еще нам пока неизвестный. В этом случае стоит ожидать месторождения золота по всем рекам территории. В эту ночь он обрел главное – интуицию и уверенность. Он знал, что он прав. Доброе утро. Доброе. Куда ты пропал? Почему ты ко мне не заходишь? Гурин сделал записку, просил тебе передать. Он теперь у меня зашивается с отчетом. Ты какой-то веселый и синий. Какой-то цветной. Кто такая Тамара? Тамара? У меня сегодня была хорошая ночь. Во мне вдруг проснулась радость грядущего лета. Если верить Монголову, я уменьшил количество зла на земле. Бог мой, под влиянием Гурина ты скоро станешь философом. А тебе не надо им быть. Ты же простой, понятный супермен. А тебе в газетах писать нужно. Езжай в тундру, людей посмотри. У Монголова сейчас кадры, не кадры, шурупы. Ни молотом не забьешь, ни щипцами не вытащишь. Вот про них писать надо. Нет, эти твои шурупы, они какие-то не такие. Нам про таких писать не положено. Надо, чтобы они приезжали сюда за романтикой, чтобы у них было прошлое чистенькое, гладенькое. Я плохой журналист, у меня по-другому не получается. Да, они не гладенькие люди. Они считают народ. Но они первые в тех местах, куда потом будут ездить за романтикой. Может, здесь и выстроит город. Не один, но пойми, город на пустом месте не выстроишь. Здесь должен появиться работяга по кличке Кефир. Биография Кефира не годится святцу. Но нет тяжелой работы без Кефира, и Кефира нет без тяжелой работы. Может, в этом и есть его святость? Знаешь, твой долг быть очень хорошим человеком. Почему? Есть люди, которым намного труднее других. Некоторым все сходит с рук, а им нет. И они обязаны быть лучше. А если человек решил жить по мечте, вдвойне обязан. Почему? Потому что большинство жить по мечте трусит.
Думает иной начальник. Работяга аванс взял. Барматухи, ну или портвейн по-научному, выпил и сопит спокойно. Где дырочки? А начальство в производстве не спит. Кальки-моргалики из пузырьков отмеряет. Беспокоится. Ну, как заснешь? Сразу все рухнет. А производство это что? А, Седой? Правильно. Это ж дерево. Растят его. Работяги. Начальство усопло. Работяга угомонился. Из могил, ребят. Ей-богу, могил. Там еще есть? У тебя глаз счастливый. Спускайся. Руженики! Честь отдают правой рукой. При слове «арш» шаг начинают с правой ноги. Зенитки стреляют вверх. А мальчики не зря старались. Не халтурили. Вот, Владимир Михайлович. Где? Линия 430, шурф 8. На проходке 10 метра. Может, спиртом? Спирт нам никак нельзя. Фар спугнем. Закон старателей. Кефир. Запускай бойлер. Нужна промывка. Зимняя промывка. Нам до лет теперь терпеть никак нельзя. Промывка нижней шурфовочной линии ничего не дала. Шлихи оказались пустыми. Монголов приказал перетащить бойлер на следующую по порядку линию. Вторая линия также ничего не дала. Над разведкой повис тягостный дух неудачи. Где закономерность, думал Монголов. Самородок с куриное яйцо уже не знаки. Такое не может появиться случайно. Только не самородками жива золотая промышленность. Она жива песочком и пылью. Песочек и пыль золота должна обнаружить промывка. Монголова уже захватывал азарт. Он понял, что замыслы главного инженера должны идти гораздо дальше Эльгая. Я прочел вашу докладную, Сергей Александрович. В ваших соображениях есть безусловный смысл. Я предлагаю вам продумать маршрут и организацию кольцевой партии. Начальником партии предлагаю быть вам. Задача – пройти по пределам земель управления и написать отчет, в котором будет дан прогноз золотоносности территории. С автором отчета буду я. В качестве промывальщика я дам вам Куценко. Съемщиком возьмите Гурина. У меня с Гуриным нет контакта по личным причинам. В долине Эльгая должен быть именно тот тепловушек для россыпей, который вы описали в докладной записке. Вы угадали. Я, кстати, думаю, что вы угадали для всей территории. Я предлагаю вам самую сложную и важную партию в управлении.
Через неделю мне нужен проект. Запомните, Баклаков, какой бы сложности и длительности маршрут вы ни продумали, его все равно будет мало. И еще совет. Как только вам станет ясен маршрут, берите самолет и разбросайте продовольствие в бочках. За результаты партии отвечаете только вы. Методы, которые вы будете применять для выполнения работы, меня не интересуют. Ну, это моя забота. Ваша забота – иметь раскаленный мозг, вырабатывать идеи и тут же согласовывать их с принудительной силой реальности. В просторечии это называется мудростью. Я обязываю вас быть безжалостным и мудрым во всем, что касается золота территории. Ну, а ваше будущее целиком зависит от этого лета. Желаю удачи. И не заставляйте меня в вас разочаровываться. В вашу силу я верю. Найди хорошее место для лагеря. Так, продовольствие вторым рейсом. Давай детонатор загрузим. Начальник, там место еще есть. Жратву загрузим. Жратву вторым рейсом. Перевозка детонаторов и взрывчатки в одном транспорте категорически запрещается. Я по статье отвечаю. Давай я полечу. Оп. Ты что, начальник? Новенький, что ли? Самолет с ишаком перепутал? На ишака будешь грузить все, что хочешь. Хорош, заканчивай погрузку. Все, все, закончили. Так, а это что? Это жратва. В тундре всякое бывает. Я в прошлом году 2 недели этого самолета ждал. Ты туда не жрать летишь, а работать. Самолет благополучно ушел, вернулся. Но к ночи мертвого задула пурга. Серега, стой! И лишь на 7-е сутки выдался первый погожий день. Стой! С хорошим прогнозом. Примчавшись на аэродром, Опрятин узнал, что единственную годную к полету Аннушку захватил Баклаков. Опрятину оставалось только молиться, чтобы Баклаков на своем идиотском маршруте не угробил машину и чтобы у тех двоих хватило мужества ждать. Еды у Салахова и Бога огня нет. Опрятин никому не рассказал об этом. Хотя понимал, что если Салахов и Бог огня погибнут, ему останется лишь застрелиться. 6 бочек с продовольствием и 1 с резиновыми лодками для заброски по предстоящему героическому маршруту Баклакова были заполнены, зашиты проволокой и загружены в самолет. Баклаков перенес со своей карты на штурманскую карту пилота Бори Бардыкина все места, где требовалось выбросить бочки. Куценко за неделю до этого улетел на почтовом самолете. Он должен был арендовать или купить там вельбот, доставить его на тракторных санях к устью Серой реки и законсервировать там базу. Сейчас, быстро сядем! Заберем твоего Куценко и сразу сматываемся! Ёк комарок, а! На этом проклятом мысу никогда не угадаешь, есть ветер или нет. Алло! Мы из Баннерса! Земля! Сеня тунеядец! Вы бы хоть кольцо на наш шест привязали! Давай по-народному! Дай огня! Я еще кружок потяну! С твоим коллегой сегодня на мысе Баннерса потерпел аварию. Все остались живы, когда починят, неизвестно. Тебе здесь можно больше не торчать. Ну,
Больной. К вам гости. Проходи. У нас генератор только до 11. Я вам тогда керосинку принесу. Ну, общайтесь, общайтесь. Ты откуда узнал? Когда тебе 18 стукнет, сам уж меня поедешь? На будущий год пойду. Ты добрый, сильный. Хотя сейчас совсем некрасивый. Так что же вы ждете? Не было погоды. Сейчас нет самолета. Я много думал о вас, Опрядин. Ваш дед просил. Но если ваши люди погибли, я вас отдам под суд. Идите на рацию, передайте от моего имени радиограмму в город. О том, что срочно нужен санитарный Н-2 на лыжах. Вы в Бога верите, Опрядин? И комсомолец. В эти дни молился. Утро мое, ты раннее, ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей, а по такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди. Подожди себя-то я, самый красивый стану я, стану самой умною и большой. Сколько лет все думаю, как мне найти звезду мою, а звезда рюкзак за плечи и пошел. А звезда рюкзак за плечи и пошел. Ты моя мелодия, ты вроде ты, а вроде я. Мой маяк у вечности на краю.
просит Люба вновь и еще. Как ты к нему относишься? А я в ответ и эту песню пропою. Я в ответ и эту песню пропою. Были нашими дедами! Что ты? Латинский умер. Михаил Аркадьевич. Тихо! Катинский умер. Миша Катинский. Смотрел на мир с дивных высот, высоких нравственных истин. А мы живем, умираем. Обидно. Много зла в мире. Значит, общая задача людей, и твоя в частности, это зло устранять. В военное время ясно, бери меч или автомат. А в мирное время честная работа должна стать устранением этого всеобщего зла. В этом высший смысл. Какова вероятность того, что кот Васька, тыча куда попала лапой, выстучит сказку о царе Салтане на пишущей машинке? Одна трехмиллиардная. Возможность твоего отъезда со мной в партию в пределах этой вероятности. И никакие редакционные задания не помогут. Там холод, от которого не укрыться, грязь, мат. Иногда есть нечего, в конце концов. Я не могу. Хватит хандрить. Взгляни на мир другими глазами. Займись чем-нибудь полезным. Роман напиши. О нас, о суперменах. Дарю первую строчку. На берегу ледовитого океана, глядя на закат и тающие льды, стоят два бича. Иди уже. Любить тебя, как будто в прорубь, нырнуть и весело, и страшно. Любить тебя. Не больше проку, чем день сегодня ждать вчерашний. Любить тебя, как ветер в поле, ловить вот так же бесполезно. Любить тебя, железной воле, себя вручить скале отвесной. Тебя любить, других забыть, что в жизни лучше этой доли. И от тебя тайком от боли, от вечной боли волком выть. Тебя любить в пустыне воду, глотать, не утоляя жажды. И прихоти твоей в угоду отброшенную стать однажды. Тебя любить, как в море плыть, где хлещет волнами наотмашь. Воистину тебя любить непозволительная роскошь. Тебя любить, так путь опасен, как по горам ползти скользя. Но, Боже мой, ты так прекрасен, что не любить тебя нельзя.
Прибытием в Хардио, начальник. На горных умеешь? Магиум. Король Кавгаловских холмов. Это я. Ты на юг ходил? Конечно, начальник. Сейчас на водоразделе обнаружил гранитный интрузивчик. Возможно, просто верхушка не прорвавшейся магмы. Ой, кипяток есть. Давай. Великолепный контакт. Готовая лаборатория. Но расчистки нужны. Жду мудрого руководящего слова. Изучи все капитально. Седого возьмешь. Он горным работам обучен. И плюнь ты на эти агрегаты. Замучаешься. Монголов самолетом, который вернул его на базу, увез молодую жену с собой в партию. В поселок ее через несколько дней возвращал дядя Костя. Утро доброе. Доброе утро. Ну чего, замерзла? Ты боялась. Вот так. Конечно, не такой, как в Вене. Кофе. Господи, да я же вырос в Сокольниках. К 10 годам я знал о человечестве все. И я видел счастливых людей. Это если на каждого заблудшего бича не найдется умного, сильного человека. А вот грош цена человечеству. Но человечеству все же цена не грош. Рыбы. Куда плавают рыбы? В воде же темно. Они же не знают, куда плыть. Надо зажечь им костры, чтоб видели. А то как же? Никто не должен. Никто не имеет права жить в темноте. Зажгите костры в океане. Ранила дядю Костю в феврале 45-го в боях за город Будапешт. Посекло осколками. Мелкие застряли в ребрах, а один побольше ребро пробил и остановился в сердце. Осколок не тревожил его. Лишь в минуты сильных переживаний слегка шевелился в сердце.
искать. Тебя обязательно найдут. Тяжелым басом звенит фугас, ударил фонтан огня. А Боб Кеннеди пустился в пляс. Какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня? Трактористам запрещается уходить в рейс без палатки, примуса, спального мешка и недельного запаса продуктов. Геологам, съемщикам. Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня. А Боба вновь разбирает смех. Какое мне дело до вас, до всех, а вам? У меня все. Сергей Александрович! Гурин ноги сломал! Как? На этих своих агрегатах. Седой пришел, говорит, лыжи в дребезги. Ноги сломаны обе. Хребет вроде цел, надо идти. Там песцы, как крысы, сожрут его. А пистолет? Пистолет забрал. Гурин не в себе, орет, плачет. Я Седова пока положил спать. Часа через два выходить надо. Баклаков сильно ненавидел Гурина в эти минуты. Он принял решение. До рации должен бежать сам. 170 километров за пару суток осилит, чтобы сохранить ноги сокоишника. Как всегда, когда решение принято, Баклакову стало легче. И теперь он уже сильно жалел Гурина. Если Гурин потеряет ноги, то ему конец. Он не из тех, кто сможет остаться человеком без ног. Ты в небо послал. Разве забыл, когда на самолете летал, договаривались? Я все привез. На базе оставил. У меня инженер ноги сломал. Знаю. На базе рассказывали. На метеостанцию нужно идти. Через перевал 170 километров. А там самолет вызывать. Довезу. Thank you.
Гурин четко увидел себя со стороны. В совокупности поступков, слов, случайностей и закономерных фактов. Чужие самодельные афоризмы, гордое самоудаление. Андрей Игнатьевич Гурин, специалист высокого класса, единичный философ. В результате он валяется сейчас в дурацкой долине дурацкой реки, и неграмотный пастух загоняет оленей, чтобы его спасти. Теперь для Баклакова важно было сбить границы с маршрутом Жоры Опрятина и методично, без рывков, работать ежеминутно, не расслабляясь, но все-таки выдержать это двойное лето. Я на 2 дня. Жди Опрятина. Мы все обреченные люди. Мы обречены на нашу работу. Отцы – пустынники, и жены непорочны, красотки и миллионеры. Все обречены на свою роль.
Мы обречены на работу. И это есть лучшее и высшее в мире – обреченность. Седой! Планы меняются. Золото нашли. Дождемся Опрятина и возвращаемся на базу. Эй, ты куда? Прибытием. Ну что, Владимир Михайлович, деньги и дополнительные кадры ты получишь. Но Рыбыкин продолжает борьбу за ликвидацию управления. Вместо нас хотят создать расширенную поисковую партию на Олово. Ну, а начальником хотят тебя сделать. Запутанные узлы надо рубить сразу. Я продолжу разведку на золото. Использую весь свой опыт горного инженера. Золото территории есть, я это знаю. Еще знаю, что мы найдем его.
Здравия желаю, товарищ начальник. А, человек исключительно алкогольной порядочности. Это он нашел самородок 350 грамм веса. Да разве в этом подвиг, Владимир Михайлович? Вы подтвердите, что я от спирта отказался? Чтобы не спугнуть фарт, не подорвать валютную мощь государства. Иголов героически отверг предложенный ему спирт. Было? Было, было. Ну? Богатая у вас шуба. В такой шубе да по Бродвею. Все американские цыпочки лягут. Не в шуме наше сила. Первый полет человека в космос! Наш советский летчик Юрий Гагарин в космосе! Ура, товарищи! Москва. Ура! Передаем сообщение так. О первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» человеком на борту. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Я мое сердце в тревожную даль зовет. Пускай нам с тобой обоим беда грозит за бедою, но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце, тревожную даль зовет. Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце, тревожную даль зовет. И так же, как в жизни каждый, любовь ты встретишь однажды. С тобою, как ты отважна, сквозь бури она пройдет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце, тревожную даль зовет. Не думай, что все пропели, что бури все отгремели. Готовься к великой цели, а слава тебя найдет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце, тревожную даль зовет. Предвидение Ченкова сбылось. Они открыли узел золотоносных россыпей территории. Все это происходило в другом веке и на другой земле. Если была бы в мире сила, которая вернула бы всех связанных с золотом территории, погибших в маршрутах, затерявшихся на материке, все они повторили бы эти годы. Не во имя денег, так как они знали, что такое деньги во время работы на территории. Даже не во имя долга, так как настоящий долг сидит в сущности человека, а не в словесных формулировках. Не ради славы, а ради того непознанного, во имя чего начинается и проходит индивидуальная жизнь человека. Может быть, суть в том, чтобы в минуту сомнения тебя поддерживали прошедшие годы,
когда-то не дешевил, а знал грубость и красоту реального мира, жил, как положено жить мужчине и человеку. День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего дня создается сегодня. Так почему же тебя не было на тех тракторных санях, и не твое лицо обжигал тот морозный февральский ветер? Где был? Чем занимался ты все эти годы? Доволен ли ты собой? Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Голубой он самый добрый, с ним цветы цветут. Голубой идет недолго, его долго ждут. Черные дожди.